Мы заселились в номер, и сейчас я вам его покажу. Номер стоил 550 рублей, даже чуть-чуть поменьше. Одна спальная студия у нас вместе с кухней в Горки городе. В курорте Горки город на в Сочи, вот там наверху, в Красной Поляне. У нас есть здесь кухня в номере. Чайник, ножи, микроволновка, плита, все, в общем, всякие кастрюльки, сковородки для того, чтобы все приготовить, тоже есть. Вот у нас еще Алиса есть. Стол, значит, спальное место здесь дополнительно, я читала, раскладывается. Это вот такой зал, очень большой холодильник такой полноценный. Даже есть вот гладильное это, только я не нашла еще пока фена. Вот, вот спальня так выглядит, полотенце, все это у нас есть. Даже шкаф небольшой, тумбочка. Очень красивая ванна мне понравилась. В общем, света здесь мало, но тут очень симпатичная. И это душ вместе с ванной. Вот, то есть даже покруче, чем мы отдыхали в Сочи, в Сочи парк. И есть небольшая вот такая, даже большая такая терраска. Жалко, здесь нет стульчиков. Да, и вот здесь так красиво у нас видно соседние корпуса, как в Европе маленькой. Ножки заболеют у меня? Ну, да, заболеть могут. Но я тогда быстренько отсюда уйду, сейчас, чтобы не заболела. Вот, а вот это вот то, что вы видите, это крыша торгового центра Горки Молл, и там находится аквапарк. Но мы собираемся в другой пойти аквапарк, на Газпромовский курорт. В общем, сейчас покушаем, перекусим, у нас время обеда, и пойдем гулять. Ой. Вперед снимаем, там красиво. Мы заселились на 540 метров, но у нас в стоимость входил бесплатный проезд на 960 метров на фуникулёре. И вот мы сейчас сидим в фуникулёре, первый раз поехали. Очень здорово. Так быстро едет, так все современно, над рекой. Очень классно. И все эти удовольствия всего за 500 рублей. Нет, давай вот так. Смотри, 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 как там красиво. Ой, куда? Ой, куда? Мы наверх едем, да? А этот? А этот вниз, а мы наверх. А этот догоняет. Догоняет. Мы на высоте 960 метров. Здесь тоже расположен корпус нашего отеля. И сюда мы можем бесплатно доехать. Здесь уже немножко люди катаются, а вон наверху там уже идет выше канатная дорога. Куда? Хочешь опять покататься на фуникулерчике? Да. Давай, нас папа сейчас сфотографирует, и мы пойдем еще кататься. Где папа? О, а вон папа, смотри, фотографирует что-то. Ты посмотри, как дяди и тети катаются классно. Мы на высоте 960. Тут такие крутые скамейки. Сейчас посмотрим на вид отсюда. Красота. Детская площадка на высоте 960 метров. Самая большая, внизу таких нету. Такой вид шикарный. Реально как в Швейцарии. Мне очень нравится, что все дома сделаны в разном стиле. Ну, наверное, стиль у них одинаковый, но имеется в виду из разных материалов, разных цветов, разные всякие оформления. Как внизу, так и наверху. Это очень выглядит дорого и не скучно. Постоянно хочешь рассматривать все. Тоже такой деревянный, как и везде. Большая качелька для взрослых. Ой, даже песочница есть. Невозможно, касаемо твоей.
сейчас идем по главной аллее курорта Горки Город. Вот это вот торговый центр, в котором находится бассейн. Вот завтра, я думаю, что сейчас мы здесь погуляем, и завтра мы утром отправимся в бассейн купаться в аквапарк Галактика. Тоже вам его покажем. Небольшая открытая детская зона рядом с ресепшеном, со службой размещения. Ну, такая совсем небольшая, с всякими игрушечками. И минут за 10 мы на автобусе добрались от своей остановки до Руза Хутор. Это соседний курорт. Вот сейчас небольшой обзорчик его. Вот. Он посередине разделен рекой. Такой более разрозненный, чем наш. Билет стоил на автобус всего 23 рубля. Поэтому мы вот сюда, как на экскурсию, собрались идти. Вот речка. Сейчас мы пошли на пляж местный, как он здесь называется. Вот, там есть водопад и детская площадка. Сейчас мы это все посмотрим. Такие ручейки искусственные сделаны. Там водопадик. Это детская зона, называется детская зона пляжа. И тут горы. Сейчас все высечено. Вот это море мол. Роза мол. Пока Дима с Алисой там пошли оздоравливаться туда наверх водопада, я решила записать пару слов о нашем отдыхе. В общем, нам, конечно, все нравится. Номер наш, как видели, шикарный, целых почти 45 квадратных метров. Техника очень классная и даже есть посудомоечная машина. Здесь много что есть посмотреть. Для активного отдыха тут очень много возможностей. Тут тропа здоровья за мной, целый маршрут со всякими разными водопадами, горами, пиками и всем очень интересно. Мы, конечно, сейчас себе такой пока маршрут позволить не можем. Также еще есть рафтинги, сплав, и есть еще различные маршруты на этих, как его, квадроциклах. Вот, в общем, можно отдохнуть, даже если вы не катаетесь на лыжах, очень классно. И даже в нашем случае, когда мы только не можем кататься на лыжах, мы, в принципе, не очень любим это дело, но и себе всякие экстремальные вещи не можем позволить, тоже есть интересные места. Аквапарк, который мы хотим завтра посетить. И сейчас тоже интересное такое предложение в аквапарке Маутин. Я туда не очень хочу, потому что там нет детских горок. А в Галактике есть детские горки. В Маунтине сейчас там есть бесшамный пляж, это, по-моему, прикольно. И там сейчас есть акция, что с 2 до 5 часов всего посещение 600 рублей. Когда в обычное время, в обычные дни стоит посещение этого аквапарка 1200 рублей. И, ну, мы, к сожалению, то есть Алиса в это время спит, поэтому мы тоже не можем так получить такую халяву. Поэтому, скорее всего, придется идти в Галактику, ну, куда мы, в принципе, и хотели, за 1200 рублей. Там есть везде хамамы, соответственно, сами всякие городки, бассейн, в общем, много всего интересного. Это мы тоже хотим посетить. Кроме того, очень прикольно гулять. Мы уже, в принципе, 2 дня здесь живем и уже 3 раза покатались на подъемнике туда-сюда. В основном из-за того, что Алиса очень любит подъемник, полюбила. Это для нее как такая горка. Цены на еду довольно высокие, конечно, выше даже, чем в Сочи. Вот, и мы пошли там в магазин Перекресток, я сегодня купила там стейков, купила молодой картофель, всякие редиски, и я думаю, что быстро можно приготовить очень вкусный ужин и довольно-таки обойтись бюджетными средствами. В самой, так поняла, бюджетной столовке здесь, это печь, стоит шведский завтрак 400 рублей, супчики по 150 рублей, там борщ, такое, салатики там всякие по 100, ну а всякие мясные блюда это уже 200-300 рублей.
Так что я думаю, что самый выгодный вариант, если вы ищете именно самый выгодный вариант, то это, конечно же, самим готовить на классно оборудованной кухне. Вот. Что-то мои прям далеко ушли. Ну и просто здесь гулять очень приятно. Играет музыка, идет какая-то анимация, какие-то ярмарки, дискотеки. Сейчас людей не очень много, такое межсезонье. В общем, мы получаем только одно сплошное удовольствие. Мы приехали на развлекательный центр «Галактика», который построил «Газпром». Тут очень красиво, и сюда мы отправились, чтобы сходить в аквапарк. Стоимость аквапарка на 3 часа 1050 рублей. Так что дальше покажем аквапарк. Доехали мы сюда на автобусе со своего курорта «Горки город» всего за 23 рубля. Тут такой интерактивный... Ой, смотрите, поменялось! Интерактивный пол и потолок. Прикольненько. А вон аквапарк. Тут всякие герои «Звездных войн». Интересно, что, в общем, стоишь в очереди, а тут прям сразу после оплаты люди переодеваются. Это все двери раздевалок.